Ви бажаєте висловити свою думку стосовно цього? Я не признаю власть вашого суда, оскільки ви, господин Масенко, являетесь судьей из города Луганск. Вас перевели сюда под определенные обязательства и дали вам возможность отрабатывать на своих хозяев, на власть, которая сегодня вас заранее назначила и определила, и заранее вам определила, как вести правосудие. Вы не правосудны надо мной. А как вам не стыдно? Где ваша совесть? Да, я вам надумываю. Не будьте преступниками и не исполняйте чужую преступную волю. Лучше возьмите автомат и защитите свой Луганск от террористов и российских сотрудников, вместо того, чтобы пристроиться в теплом месте. Так, как это сделали мы у себя в Днепропетровске. Все? Еще раз говорю, я не признаю власть вашего суда. Что за мелочь?